Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, аллилуйя, прости нас, Господи, и помилуй, прости, благослови, на Слово Твое уповаем, к Тебе прибегаем, устрой все по воле Твоей, Господи, найди новые души, которые-то Ты можешь извлечь из этого тинистого рва и болота, где пребывают люди. Хвала Тебе, наш Господь, и слава. Вечная благодарность Тебе за все Твои милости к нам. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и сохрани. Аллилуйя. Будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Тебе, Господи, слава. Псалом 140. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голос умоления моего, когда я взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, перед лицо Твое. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для изменения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Милости Твоей полна земля, Христе Боже наш. Благодарим Тебя за прошедший день, за обилие благ и благословений, которые Ты даруешь любящим Тебя. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Коснись сердец находящихся здесь людей. Помоги им выбраться из этого тенистого болота, из рва погибели и тьмы. Ибо здесь царит злословие, прелюбодеяние, блуд, невоздержание, сквернословие, табакокурение, наркотики. Сатана все собрал в одно место. Показать, что делает враг, когда люди не верят в Бога. Помилуй нас, Господи. Ты позволил нам прийти сюда и возвестить великую истину. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слово Твое говорит о том, что горе смеющимся ныне, ибо смех ваш превратится в рыдание и вопли, когда Господь коснется вас. Поэтому просите Бога слез. Грешники будут брошены в преисподние места вместе с сатаной, где огонь не угасает и червь не умирает. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Благодарение Тебе за великие, неизреченные милости и долготерпение. Ты Бог единый и вечный, любящий создание Твое. Хвала Тебе, Иисус! Благодарим Тебя, Господи! Найди новые души. Коснись их сердца, не дай им погибнуть. Боже, будь милостив ко мне грешному. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Ты близок к сокрушенным сердцем. И вопль наш да не пройдет мимо, да коснется сердец многих. Благая весть о Тебе, Господи, что Сын Твой Единородный был распят, и верой в Иисуса Христа человек получает жизнь вечную, исполняя святые заповеди. Хвала Тебе, наш Господь, слава! Ты умер за грехи людей, Ты занял место грешника, чтобы мы могли жить вечно. Ибо грешник после смерти будет брошен в озеро, кипящее огнем и серою. Это смерть вторая вместе с сатаною. Да не будет этого с нами. Спаси нас, Господи, и помилуй. Ибо время близко, всему приходит конец. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты есть свет истинный, пришедший в мир, освещающий и тайники души человеческой. Это Дух Святой, обещанный Тобой утешитель, дарующий смысл всему написанному и жизни нашей. Хвала Тебе! Даруй духовное рождение патриархам, священникам, епископам, чтобы не были увлечены сребролюбием, симонией, чтобы не нарушали канонов окрещения, окрестили полным троекратным погружением, не обманывали народ, и чтобы все это делали бесплатно. Будь милость к нему, Господи, восстанови святую десятину. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Исполни нас благодати Духа Твоего Святого. Не нам, но имени Твоему дай славу. Аллилуйя! Ибо близко слово к Тебе. И люди заблуждаются, не зная Писания, ни силы Божией. Ты открываешь истину в Святой Библии, чтобы люди считали, разумели и имели жизнь вечную. Ты сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И будет брошен в озеро Гиенское, кипящее огнем и серою, где чернь умирает, огонь не угасает. А верующий войдет в царство со Христом. Им он скажет, войдите благословенные в радость Господина своего. Я хотел есть, хотел пить, был в темницах, болящий, и вы меня посетили, накормили. И они удивятся и скажут, когда это было? А Господь скажет, так как вы сделали одному из малых сих верующих меня, то сделали мне. О, сколь велика награда! А стоящим по левую сторону будет сказано, отойдите, проклятые, в огонь вечный, я никогда не знал вас, ибо я хотел есть, и вы не накормили, я хотел пить, вы не подали, я был заключенный, вы не пришли. Господи Боже наш, слава Тебе! Велик и дивен наш Господь, и дела Его бесконечны, и все они ведут ко спасению. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
посети виноградник свой, Господи. Отец твой виноградарь, а ты лоза виноградная, а мы ветви ее. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, честь и поклонение, слава и благодарение истинному Богу, Спасителю нашему. Аллилуйя! Господи, услыши нашу молитву. Псалом 141. Когда он был в пещере, голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился. Излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Ты явил милость Свою, и через 3000 лет святая книга святого пророка Давида возвестила нам слова Духа Святого. Аллилуйя! Ты показываешь, Господи, какой страх на сатану нападает и приверженцев его. Все от крестного знамения рушится. Возвысь святую православную церковь. Соделай ее, как город на вершине горы, сияющий всеми огнями. Аллилуйя! Святой крест напоминает о победе над дьяволом, над смертью, над тьмою. Хвала тебе, Господи, за святой Голгофский крест, который ты претерпел ради нас, чтобы, веруя в тебя, мы получили жизнь вечную. Ты создал церковь свою святую, истинную и православную. Сохрани ее, Господи, и всех, и патриарха, епископов, священников, избавь от сребролюбия, от искажения таинств, от симонии. Имя Твое святое да славится в храме Божием, дабы церковь Твоя не была в презрении. Аллилуйя! Боже, милостью будь мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Владыка неба и земли, пошли добрых посланников, благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создания Свое. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту святую возможность пролить свет в эту тьму, где люди ничего не знают о Тебе и собираются, как скопище блудильщиков, голые, творящие пакости. Коснись этих людей, не дай им погибнуть в бесстыдстве. Аллилуйя!